этого в стенах Совета министров общественники обсудили вопрос профилактики коррупции в органах власти. В частности, стал вопрос о их роли в борьбе с нарушениями закона на уровне муниципалитетов. Задача у общественных советов носит роль национального значения. Поставлена она президентом. При общественном совете созданы рабочие группы по наиболее коррумпированным сферам, а это образование, здравоохранение и ЖКХ. Географию общественных советов в вопросе борьбы с коррупцией решили расширить. Именно поэтому возникла необходимость такого совещания. Ранее мониторинг ими проводился только лишь в Симферополе, Бахчисарайском и Сакском районах. Результаты уже есть. Нашими рабочими группами было, значит, в сфере ЖКХ, где не совсем обоснованно, скажем так, предлагались и были уже внесены расценки на стоимость услуг. Вот. И также в сфере здравоохранения, там не носило такого системного характера, там имелись места нарушения, в частности, такие как несвоевременное оказание помощи, потом в сфере ОМС, то есть в плане предоставление помощи, качество оказания услуг. Наиболее коррумпированно опасным сферам деятельности, на наш взгляд, относятся формирование и освоение бюджетных средств отдельным видом, осуществление муниципальных закупок, управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, земельными участками, ресурсами, в том числе вопросами аренды и безвозмездного пользования им. Исполнение административного производства, наложение штрафов и тому подобное.